Родственники североамериканских индейцев Навахо проживают на Урале. Это народ манси. Манси по-прежнему верят в дух леса, огня и воды, хранят свои промыслы и не слишком-то стремятся к большой цивилизации. О быте древнего народа – наш специальный репортаж. Если верить бумажным картам и GPS, этого поселка просто не существует. Между тем, Трисколия – бывшая столица древней мансийской страны – Манчима. По легендам, местные жители отбивали атаки татаро-монгол и отрядов Ермака. Сейчас здесь 7 деревянных домиков, затерянных в тайге. Младшей внучке Насте Александра Васильевна рассказывает сказки. Мама девочки ушла по делам в соседний поселок. Ждут ее уже 10 дней. Когда вернется, вместе пойдут за клюквой. Здесь все как 100 лет назад. Неторопливый быт, который очень удивляет приезжих, и старинные вещи, которые служат до сих пор. Вот детская люлька из бересты – апа. В ней выросло несколько поколений рода Анямовых. Каждый день дома сижу, няньки нету. Никуда не мог уходить. Она маленький, плачет. Одновременно всех жителей в поселке не застать. Одни на охоте, другие на рыбалке. Говорят, дел слишком много. Скоро зима. Настоящие нарты мужчины берегут и передают из поколения в поколение. Эти смастерил еще дед Валерия Анямова. Раньше их цепляли колени упряжки. Теперь у Анямовых есть снегоход. Но и к нему обязательно крепят сани. Зимой в тайге без них никак, как и без лыж. Настоящие охотничьи подбиты лосиной шкурой. Это лося, да, с ног лося. Камус называется. Подшивается с этой стороны. Чтобы вперед скользить, а когда в гору поднимаешься, они тормозят. Не дают скатиться назад. Лайка здесь не просто собака, почти член семьи. Она и охотница, и сторож. Эту зовут Паща, в переводе на русский значит варежка. Ходим в лес, да. На кого ходите? На глухаря. Глухаря лает. Соболя. Язычникам манси в окружении природы легко и комфортно. Холодильник им заменяют избушки на ножках, сумьи. В них спасают продукты от грызунов. Здесь сами вялят мясо и пекут хлеб. Вот растапливается дровами, и когда прогорит, ставится туда хлеб. Для старшего поколения сейчас одна проблема – кому оставить большое хозяйство? Молодежь в последние годы уезжает из тайги в Ханты-Мансийск. Валерий Анямов сам учился в Москве, в ВГИКе, но, поработав в большом городе, вернулся домой. Говорит, тайга тянет. Сейчас мечтает жениться и продолжить традиции народа манси. Екатерина Хожателева, Максим Кудрявцев. События ОТВ.